Ты так хочешь залезть? Когда я ей позвонил, сказал, Жень, будешь играть в футбол? Такая кровавая тишина, говорит, протрезвеешь, позвони. Я говорю, нет, на самом деле, я уже не протрезвею. Ну, в смысле, не откажусь. Да, дорогие друзья, на этой сцене не первый раз, девчонки, за вас. А во вторник я первый раз уже буду играть с вами. Я вот, меня уже определили в какую-то команду, я уже буду бегать. Правда, один раз я была на вашей игре и видела, как нечаянно разбили нос. И потом, о боже мой, единый нос. Ну ладно. На самом деле, гимн уже сочинен. Я даже уже сочинила слова и даже готова была сегодня преподнести, но материал еще сырой, то есть он как бы готовый, да, но все равно фонограмму какие-то нужно подделать. Это так, чтобы уже моя команда стояла сзади и мне вот так. Я только приоткрою маленькую тайну. Припев будет такой. А я любила футбол, любила. А я любила футбол, любила. Играть и мечтать научилась. Девчонок самая крутая команда. И будет наша игра всегда, да. Я полюбила футбол, полюбила это. Поменяла пудру и помаду на портрет Криштиану Роналду. Это в припеве. Не открывайте всех секретов. Но сегодня, сегодня я спою другую песню. Значит, что вы играете по правилам, да, но иногда не по правилам. Вы тоже можете слухать. Они по правилам играют. Ты кто футбол смотрел, да? Да? Ну, хорошо, да, я про женский сейчас футбол спою. Называется «Нравилось жить не по правилам». Заряжайте. Давайте возникает пауза, заполняем ее аплодисментами. Мы строили мост.
Позиция. Ну, в смысле, в футболе. Бублики. Это ты про вратарей говоришь, что ли? Нет, знаешь, это когда вот, ну вот, приходишь, а у тебя на номере в гостинице нарисованы бублики. Знаешь, что это такое? Нет. Номер для новобрачных. Ну, бублики такой нарисован. То есть ты планируешь выходить замуж сейчас? Но мне бублики нравятся просто. Давай, рассказывай. Бублики нравятся. Евгений рассказывал, футболистская команда «Синергия». Спасибо. Спасибо. Запомни свое название команды, так я понимаю. Так просто... А, Жень, кстати, не уходи.